Еще раз всем привет, с вами студия CS:GO TV и Strike. Продолжаем наблюдать за матчами Star серии. На этот раз NIP против команды Кван Мистик. Что же будет у нас происходить здесь? Карта Нюк. Ну, не знаю, что-то мне подсказывает, что Кеннис вряд ли сможет навязать проблемы Гитрайту и компании. Слишком плотно Нипы в последнее время выступают в онлайн-турнирах. Ну, конечно же, за исключением Фрагбайта, который проиграли. А вот в Старсерии у них вроде бы все спокойно. В ожидании мы последних двоих шведских игроков. Ну и после этого будем потихонечку начинать. Так, еще бы глянул на турнирную таблицу и посмотрел, на каком же месте находится команда Кван Мистик. И что вообще у парней? Какие планы на следующий сезон? Что вообще себе думают? Так, надо заглянуть. Итак, давайте посмотрим, что же там у нас у Кван Мистика. Кван Мистик в данный момент находится на 11 месте. Сыграно всего лишь 5 матчей. 3 победы и 2 поражения. Теоретические шансы на выход на финалы 9 сезона по-прежнему остаются у команды. Но вот впереди еще слишком много игр против действительно жестких команд. Вот одна из них — это команда NIP. Но вот непонятно, что произошло с французами. Только что были готовы, не были готовы ни плюс. И теперь команды просто поменялись местами. Так, на разыгровочке Фрайберг показывает нам, насколько серьезно он настроен на команду Кван Мистик. Ну и Knife Round также готов у обеих команд. И мы теперь будем смотреть, как же будет происходить сайд-пик. Сэм Рэдди, но вот NIP пока не подтвердили свою окончательную готовность. Фрайберг продолжает разыгрываться с СВП. Интересно, о чем это может говорить? Неужели Фрайберг серьезно настроен использовать этот девайс против Кван Мистиков на этой карте? Ну, Форест тоже пострелял с СВП, но пока все спокойно. Итак, что у Нипов? У Нипов, ну, я уже сегодня про них говорил, 11... игр, 10 побед и всего лишь одно поражение. Егор, ты обещал мне узнать, что же там, кому проиграли NIP в нашем Титанам, да? Вот. Титаны бомбанули Нипов, ну, в принципе, кто бы еще мог разгромить Нипов, если только не Титаны. Поляки недавно проиграли карту Train, я имею в виду поляки из Virtus.pro, проиграли Нипам и уменьшили свои шансы на попадение на ванфиналы 9 сезона. Так, а вот смотрю сейчас на Na'Vi. Na'Vi сыграли уже 14 игр и в данный момент занимает лидирующую строчку в нашей турнирной таблице. Ну вот, конечно же, по потерям у парней упущено 11 очей потеряли на протяжении всего сезона и еще имеют один матч в запасе. Кто же вот соперник команды Na'Vi? Ну, на самом деле от Na'Vi уже практически ничего не зависит. Зависит все будет только от NIP, команды Titan, от команды Virtus.pro, от команды Fnatic и, конечно же, от команды HellRaisers. Такого у нас давненько не было, чтобы за... Ну, я не знаю, мы уже сыграли, наверное, процентов 60 или 70 от всех матчей онлайн-части. И по-прежнему полные непонятки. Кто же именно попадет на финалы 9 сезона Star серии. В данный момент претендуют 6 команд. Ну вот, если списать команду Кван Мистик, у которой всего лишь 5 сыгранных матчей, то действительно 6 команд, которые могут бороться за слоты на финале Star серии. Ну, еще раз перечислю эти команды: Na'Vi, NIP, Титаны, Virtus.pro, Fnatic и HellRaisers. Ну и, конечно же, может быть, в зарубу включится команда Кван Мистик. У LDLC шансов также нет, парни. Ну, это вторая французская команда, даже третья, наверное. Или, ну, короче, топ-3 Франции, LDLC, 9 игр, 4 победы, 5 поражений. Да, тут шансов нет. Больше из таких плотненьких команд не осталось. Ну, немцы последнее время не радуют нас своими выступлениями в CS Global Offensive, поэтому на них рассчитывать особо не стоит. Ну и, наконец-то, сайд-пик. Сайд-пик для
мистиков это очень важное событие, потому что проиграв Непам в сторону, рассчитывать на успех в атаке, рассчитывать, конечно, будет очень трудно. Ладно, есть опен фраг, забирает Хиашиму, ну пока. Вроде бы впереди шведы, но по-прежнему еще ничего не понятно. Может быть, произойти все что угодно, и вот как раз-таки то, о чем я говорил. Французы вырываются вперед, Форест, ну, инициатива просто из рук в руки переходит, и шведы за секунду берут сайд-пик, будут начинать за дефенс на карте нюк, что, конечно же, очень хорошо для шведской команды. Свап пишут парни, Get Right, Freiburg, Exist, серьезно настроены. Просто выгнали клан Мистика в атаку. И теперь будем смотреть, что же придумают французы в первой половине, начиная за атаку на карте нюк. На карту, я не знаю, вот самая, наверное, кривая карта из всех игровых карт. Ну, именно вот эта карта, которая на ваших экранах, это карта нюка. Потому что верхний и нижний плент, два уровня, даже три, вот... Очень тяжело разобраться, где находятся все игроки, поэтому будем на карту меньше времени. Ой-ой-ой, а вот такого шведы не ожидали. Быстрый выход на аплэнд, падает Варный Фрайберг. Гитрайт туда же, Форест в таверну, ну и теперь живых только Экзист. Буквально за считанные секунды команда Клан Мистик оформила просто разгром на верхнем плэнте, и GMX ставит точку. Разобрался с Экзистом на улице, 1-0 Клан Мистик. Непредсказуемо повели в атаке. Ну вот сегодня на самом деле тенденция такая. Кто берет пистолеточку, тот игры не выигрывает. Это доказали Фнатики, но правда это единственная ничья в сегодняшнем игровом дне. Но были очень близки к парни поражению. Нави в последнем раунде не смогли реализовать единственный матчпоинт и сыграли в ничью. Дальше все было именно так, как я говорю. Кто брал пистолетные раунды, тот проигрывал. Тузы против Virtus.pro взяли пистолетку, проиграли в салат. Куражи против команды Нави взяли пистолетку, проиграли практически. Ну, точно так же по счету, но куражи все-таки боролись, что-то показали. Даже Сейзед порезал, точнее, Симпл порезал Сейзеда. Ну и эко-раунд. Тем временем для команды Клан Мистик. Есть первый минус, забирают Фрайберга. Гитрайт снова в руках, постарается сдержать выход на нижний плент, но французы будут идти под маяк. Под маяк, что позволит взять под контроль. Ой-ой-ой, проблема у Кенниса. Вдвоем пытались зажать его шведы, но Кеннис какой-то нашел лазейку и просто скрылся в темноте. Ну что же, Кеннис бежал-бежал, но не убежал. От Газиста Газист находит. 4 в 4 по-прежнему неплохие шансы остаются у NIP взять этот тек-раунд, но SF и Киашима так не считают. Два минуса в их исполнении, и FifWarren с Гитрайтом остаются вдвоем против четверых. Бомба ставится на верхнем пленте, и да, все-таки эко взять не получится. Гитрайт снова по-прежнему пытается забрать хоть кого-то, и вот самое интересное. FifWarren минус GMX подбирает его АКМ, и теперь надо сейвить. Понимает этот прекрасный шведский игрок и уходит на сейв. Да, все. Вот у шведов все четко. Парни понимают, что действительно 2 в 3 при поставленной бомбе не по шансам ломиться куда-то. Надо просто засейвить. Но вот попытка FifWarren, конечно же, провальная. Киашима не дает засейвить АКМ шведу. Ну и Гитрайт спокойненько себе сохраняет ногу. На следующий раунд 2-0. Не без проблем. Мистики берут первый экономический от NIP. Тем интереснее наблюдать дальше. Ну, что же придумают шведы в этом раунде? Пистолеты дефолтные у всех остаются по 2000, и только Гитрайт снова в руках. Постарается агрессивно разыграть новую в будке. Ну и смотрим, что же получится у Гитрайта. Граната под ноги. План Гитрайта провалился с самого начала. Ну и вот какие-то не совсем уверенные движения от Гетрыча. Привыкли мы увидеть пластику идеальную в исполнении шведов. Но вот что-то с Гитрайтом сегодня, наверное, пальцы жирные или просто не размялся, не готов к этому матчу Гитрайт пока. Но на самом деле рано делать такие выводы. Так, что же происходит? Что же у нас творится? Гитрайт снова в руках. Вот такая позиция у Гитрайта. Готова остановить команду Клан Мистик при попытке занять нижний плент. Именно сюда пойдут французы. Что из этого выйдет? Ну,
Все прочитано. У шведов укрепление нижнего плента. Гетрайт снова в руках. Постарается в окнах забрать. Опа! Есть первый минус, падает GMX. Проблемки у клан Мистик намечаются. Где забирает Кенниса. Что дальше? Гетрайт меняет позицию. Киашима тем временем минус Гзист. Гетрайт, мы тебя никуда не отпустим. Будем смотреть только за тобой и за твои дома. Гетрайт второй минус. Забирает Киашима. Гетрайт красным оставляет Харца. Вовремя пришел на помощь СФ. И в итоге один Фрайберг против двоих. И СФ ставит точку в этом раунде. 4 минуса от СФ. И эко-раунд берет команда Клан Мистик с невероятными трудностями. Потеряли в общей сложности 5 девайсов за 2 экономических соперника. И да, это проблемы в экономике. Намечается у клан Мистик. Но для этого надо шведам взять оружейный. Если не возьмут, то будет действительно провальчик. Так, что-то французы задержались на базе. СС только сейчас выбегает из базы. Не знаю, с чем связаны были задержки, но, скорее всего, какие-то мини-траблы возникли у команды Клан Мистик, которые они быстренько решили. Так, пассивная игра на улице. Обычно мы привыкли видеть невероятное дымление по улице, проходы на нижние. Это все в стиле французских команд. Но вот, в принципе, делают все то же самое, но выход намечается на верхний плент, который... принимает Фифларен вместе с Фрайбергом. Ну вот интересная связочка. И как же парни будут останавливать Клан Мистик? Фрайберг есть первый минус. Моментально разменяли тиммейты. Но французы выходят с разменом 2 в 2. Постараются установить бомбу Форест. Минус Кеннис моментально. Размен от Кенниса. Кстати, граната просто идеально залетела Фореста. Ну и Гвиз забирает Киашиму. Один против двоих остается Хартс. Есть красный Гетрайт, который ставит точку в этом раунде. 3-1. NIP размочили счет. Взяли первый оружейный. Ну и вот как раз-таки те самые проблемы, которые назревали у команды Клан Мистик. Будет бай, но этот бай не будет полноценным. 4 АКМ и какой-то непонятный девайс у СФ. А это Дигл. Вот только сейчас определился француз, что же, с чем именно в руках он будет проводить этот раунд. Ну а мы посмотрим, что же из этого выйдет. СФ и его Дигл. Ой-ой-ой, какая просто шикарная граната залетела. Минус 65 Кеннису и Харт потерял 25% здоровья. Так, ну... вот как раз те самые французы, которых мы привыкли видеть. По улице, вчетвером, впятером, айда, братва, побежали. Попробуем найти хоть кого-то. Но дальше не проходят. Ждут ошибок от команды NIP. Шведы не ошибаются, и Гетрайт должен делать первый минус. Ну, вот... вы все сами прекрасно видите. Фифларен забирает GMX, Фрайберг минус СФ. Фрайберг забирает Киашиму. В живых Кеннис и Хартс. Прошли парни на нижний плент, но прошли просто с нереальными потерями. Кеннис постарается сделать минус Фрайберг в трубе. Фрайберг не дает этого сделать. 3 минуса от Фрайберга в этом раунде. Фрайберг как же выживает и в этой ситуации. Хартс 1 против 5. Капитан команды Клан Мистик постарается сделать хотя бы минус, но этого сделать не дает Гзист. 3-2. Второй раунд подряд берут НИПы. Ну и опять-таки же, это или дежавю, или действительно команда, которая берет пистолетку, потом просто отдает серию подряд из, я не знаю, но вот серия команды Virtus.pro была из 12 раундов. Нави, если не ошибаюсь, взяли около 10, потом отдали один, ну и потом взяли все остальное в защите на карте Мираж. Как будет здесь? Ну, мне кажется, шведы все-таки хороши на нюке за дефенс. Поэтому французам будет очень непросто вскрывать оборонительные редуты команды NIP. Гзист уже open фраг в этом раунде, но, правда, это экономически. На рампах Гзист бомбит команду Клан Мистик, забирает СФ, и есть реальный шанс оформить эйс. GMX понимает, что не надо морально вдохновлять Гзиста, и дает минус, не дает тому оформить эйс. 3-3. 3-3, счет равный. Все сначала начинается для Мистиков. Бай. Что придумает на этот раз у Гзиста? Плетка. Плетка — это всегда интересно. Это всегда нестандартная игра. И как ее будет использовать Гзист, мы сейчас с вами с удовольствием посмотрим.
Так, ну вот на карте видно, опять-таки же, массово будут продвигаться по улице Хардс и компания. Ну а вот что же тут предпримет Гетрайт? Отдымление. Пока все неплохо. Теперь только на радар смотрит Гетрайт. Пытается в дыму выцеливать кого-то из французов. А французы под шифтом спокойненько себе проходят на нижний плент. Форест находит кого-то из проходящих. И Гетрайт под флешку врывается. Не дает пройти СФ. Уроняет бомбу. Бомба, кстати, залетает прямо в руки Хардсу. Но потери просто колоссальные. Фрайберг забирает Яшиму. И это третий минус в раунде для команды NIP. Ну, буквально за секунду Фрайберг забирает еще и Хардса, и Xyz ставит точку. Очередную точку в очередном победном раунде для НИПов в первой половине. 4-3, и шведы уже впереди. Да, пока вот только действительно нежданчик удалось разыграть пистолетным. По-другому не назовешь. Быстрый выход на верхний плент под какую-то одну флешечку. Шведы явно не ожидали такого экшена от французов. Ну и что же теперь? Зиз и его плетка на рампах. Пиф-паф. Трах-бабах. Забирает Зиз СФ. Форест помогает. Забирает еще и Киашиму. Ну и один за другим рассыпаются французы. В живых остается только GMX. И Фрайберг делает этот минус. 5-3. В отрыв. В отрыв выходят NIP. Серия из 5. Что же будет здесь? Есть реальный шанс оформить серию из 12 за дефенс. Знаем мы, на что способны НИПы, и поэтому ни капельки не сомневаюсь, что такой вариант действительно возможен. У Кенниса появляется снайперская винтовка. Наконец-то французы придумали что-то новое. Как разыграют АВП от Кенниса? Ну, давайте посмотрим. Плетка Xyz'а. Подвергнется испытанию, но Xyz спокойненько себе меняет позицию. Ну вот, вот этим шведы и хороши. Вариативность в дефенсе — это всегда хорошо. Плетка, которая в предыдущих раундах стояла на рампах и наводила ужас на французскую команду, в данный момент спокойно себе стоит на улице, и Кеннис даже не догадывается, что здесь его будет встречать только Форест, и Форест просто не прощает. СКМа лишает жизни французского снайпера. Опять-таки же, два минуса от команды NIP и ни одного в этом раунде от команды Clan Mystic. Какой прострел от СФ, а GMX забирает Xyz'а. А вот и проблемки для НИПов. Первые проблемы. Гетрайт уже каким-то образом прокрался по улице. Забрал GMX в спину, и французы будут выходить на верхний плент. ХАЕ в будку никого не дымажит. Эфлар минус СФ и Гетрайт минус Хардс. 6-3. Шестой раунд подряд берет команда НИП. Действительно, какая-то тенденция нездоровая. Вот пистолетный раунд взяли, игру проиграли. Что за фигня? Надо что-то менять. Надо к Clan Mystic бороться за победу и за очки в этом матче. Усложнять турнирную ситуацию для NIP. Обострять интригу вообще в турнирной таблице, потому что действительно единственный пока, кто более-менее спокойно себя чувствует, это шведские НИПы. Но у них есть еще матч против команды HellRaisers, и должна быть еще какая-то одна интересная шпилочка. Ну, надо посмотреть, что там точно. Но с Ашерами играют 100%. У Ашеров остались Титаны, остались НИПы, и остались то ли Мистики, то ли LDLC. Так, первый минус был сделан. В будку поджимал, по-моему, Фифларен. Забрал Киашиму. Вот постоянно начинается все с преимущества от НИПов. Удается сделать опенфраг, и это очень хорошо сказывается на их игре на карте нюк за сторону дефенса. Так, что же вообще происходит на карте? Форест. Очередной минус забирает Хардса, знает, что при стройке находится еще и GMX. GMX! GMX подсобрался, но... Но по-прежнему 2 в 2. Фифларен забирает СФа. И спокойно расправляется с Кеннисом. Ну, вот все просто под контролем у НИПов. Если не Форест, то Фифларен. Если не Фифларен, то Xyz. Если не Xyz, то Фрайберг. Ну, про Гетрайта я вообще молчу. Этот парень сумасшедший, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Сумасшедший в хорошем, конечно же, смысле слова.
такие штуки творит. Ну, на самом деле тут два крейзи боя. Вот этот парень и вот этот парень. Основная ударная сила шведских нипов. Get right. Готов принимать выпад по улице от команды Clan Mystic. И готов продолжить победную серию раундов. Забирает Хартса. Теперь в бой должен вступать Фрайберг. Хотя нет, спокойно орудует Гитрайт и знает, что за красный находится последний игрок команды Clan Mystic, и Фрайберг его забирает. На двоих расписали французов. Фрайберг 2 минуса, Гитрайт 3 минуса и 8-й раунд в копилку NIP. Ну, пока на самом деле не очень интересная у нас встреча, хотя команды, нельзя сказать, что отличаются по классу действительно там ошеломляющими какими-то размерами. Непы действительно титаны. Clan Mystic тоже хороши, как-никак чемпионы по версии ESVC 2013 года. Команда, которая стабильно попадает на крупные ван-турниры. Команда, которая может обыграть любых соперников, когда действительно находится в форме. Так что, но пока интереса в этом матче нет. Вот после пистолетного Clan Mystic куда-то пропали. Более-менее отыграли на эко, чудом не проиграли второй экономический непам. Ну а вот дальше в оружейных все просто без шансов заканчивается для французов. И на этот раз Гитрайт готов сделать очередной open фраг. Ну, вы все прекрасно видели, как неуверенно заходил GMX. Форест поддержал своего грозного тиммейта, забрал Кенниса. Фрайберг, где же Фрайберг? Вот такая позиция у Фрайберга, думал, немного по-другому все держит. Двиз на рампах, минус СФ. Ну и опять-таки же, три минуса от команды НИП и ни одного экшена от Clan Mystic. Просто не оставляют шансов шведы своим оппонентам и громят спокойной душой французскую команду. Форест минус Харт. Живых остается только Киашима, и Киашима также падает. 9-3. 9 подряд берут шведы. И действительно серьезно настроены оформить разгром в первой половине, точно так же, как у нас происходило во всех сегодняшних матчах. Сегодня был счет 11-4. Это были Na'Vi против Fnatic. В первой половине Fnatic бомбанули Na'Vi, но потом Na'Vi отыгрались. И в итоге сыграли в ничью. Virtus.pro против Aces. Разгром 12-3 после проигранного пистолетного 12 подряд. Команда Na'Vi также оформила разгром на Мираже 12-3 после отданного пистолетного. Куражи не взяли практически ничего в атаке. Только один оружейный был в их пользу. Очередной проход по улице. Форест замечает на радаре GMX и стреляет просто в дым. Get right. Минус Кеннис. Все спокойно. Все спокойно. И опять-таки же open фраги только для команды NIP. Три минуса безответных. Гитрайт забирает еще и Харт. Только СФ удается сделать минус в этом раунде. СФ будет бороться до последнего. Перестрелка с Форестом. И эта перестрелка также проиграна. 10-3. 10 подряд. И действительно у нас просто какое-то невероятное дежавю. Дежавю. Кстати, правильно подметил артист в чате, что да, нельзя забывать, что это нюк. Действительно, на нюке, взяв пистолетный раунд в защите, Clan Mystic точно так же уверенно могут начать тащить против нипов. Но что-то, если честно, я в это слабо верю. Потому что команда, когда готова тащить, она в первой половине хоть как-то огрызается. Французы сдаются абсолютно без боя. Ой-ой-ой, на грани срыва Фифуарен чудом уходит. Но при этом размен один в один, но есть еще два красных игрока, которые выходят на рампы, точнее не выходят на рампы, это Xizz заходит просто в десяточку, забирает троих, и в живых остается только GMX, который не понимает, как так за считанные секунды упали просто все тиммейты. И это сделал один игрок, поджимающий рампы. Что происходит с командой Clan Mystic, я не знаю. 40 секунд есть у GMX, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Бомба
очень далеко. И, по-моему, единственный правильный вариант – это уйти на сейв девайса. Именно так поступит GMX. Уходит в контровский респ и постарается сохранить свой стат-трек АК-47 Blue Laminate. Ну и вряд ли шведы пойдут его искать. Зачем им лишние проблемы? Бомба под контролем, пленты под контролем. 10 секунд до конца. Сейв себе на здоровье. Counter-terrorists win. 11-й подряд раунд берет команда NIP. И готова взять 12-й в защите, чтобы вообще снять все вопросы о победителе в этом матче. У Гзиста в очередной раз появляется плетка в руках. И Гзист готов в очередной раз удивить команду Кван Мистик на рампах. Так, неужели французы затеяли какой-то быстрый выход на верхний плент? Раскидали, но дальше не пошли. Хард префайром пытается попасть поджимающего в будку игрока команды. Не попадает по префайрому, но пока попадает не очень плотно. Всего лишь одну пулю. Но на рампах есть Диз. Спокойно справляется с эфом. Кто следующий? Заходи. Кеннис. Ну вот, наконец-то перестрелял снайпера команды NIP. Ну и что же дальше? Что же дальше придумают? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну вот так вот прошивом Фифуар наставляет красным Киашиму и Кенниса. И опять-таки же проблемы. Проблемы у Клан Мистик в последнем раунде первой половины. Под шифтом решили зайти французы на нижний плент. Ну вот есть тут у нас Фифуарен, который должен спалить первый же топот от Мистиков. Первый звук. Ну и вроде бы Кеннис занял очень хорошую позицию. Вот такая вот, что позволит ему контролировать выходящих игроков с труб. Но кто будет контролить Фифуарена? Вот в чем вопрос. Дым законтролит Фифуарена. Фифуарен постарается не дать поставить бомбу, но бомба будет установлена. Гетрайт минус Киашима. Джимик забирает Фрайберга. Ну и дальше. Все, вы все прекрасно видите. Бомба. Ой-ой-ой. Гитрайт думает, что бомба на верхнем пункте. Это провал. Это провал и, скорее всего, четвертый раунд для команды Клан Мистик. Гитрайт минус Харт. Но GMX все-таки берет тот самый четвертый раунд для своей команды. 11-4. Ну вот здесь у нас прослеживается другая тенденция. 11-4 сегодня был сыгран только один матч. Точнее, только первая половина одного матча. А именно Na'Vi против шведов Fnatic. Статистика еще раз на ваших экранах. Напомню, этот матч закончился ничью. И если здесь Клан Мистики соберутся за вторую сторону, а именно за сторону дефенса, и навяжут борьбу шведским непам, и заберут очки у фаворитов этого турнира, то действительно это будет круто. Добавит интрижки, добавит нервотрепки для Гетрайта и компании. Ну и мы, конечно же, будем тоже получать большое удовольствие от камбэка против таких грозных игроков, как Гетрайт, Гзист, Форест, Фифуарн, Фрайберг. Ну, все вы прекрасно знаете, что это команда НИП. Итак, пистолетный раунд второй половины поставит кое-какие точечки на все поставленные нами вопросы. Смогут ли дать камбэк Клан Мистик? Или все-таки закончится все у нас без шансов? У NIP на этот раунд 4 армора и раскидка у Гетрайта. Что придумает с этой раскидкой Гетрич? 2 флешки и граната. Ну да, это будет быстрый выход на верхний плент. Может быть, не быстрый, но выход на верхний плент. И Хардс готов принимать всю эту движуху вместе с Киашимой. Киашима уже на будке. Флешка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-прежнему жив Харт, Харт. 2 минуса в исполнении капитана команды Клан Мистик. И пистолетный раунд опять-таки же за французами. Интрига жива. Мистики серьезно настроены побороться за очки в этом матче. И не по им не помеха. Так, ну вот главное не оступиться на эко-раундах. У NIP в данный момент полная закупка.
Два тяжелых армора. Два армора без каски и Фифларен почему-то с Глаком. Непонятно, что задумал Фифларен. Остается с Глок Драгон Тату, а вот тиммейты в это время закупились по полную. А вот и как раз таки сыграл Глок Фифларена, забирает Кенниса. Это первый минус для NIP на своем же экраунде. Ну и как Фифларен расправляется с Диглом, вы все прекрасно видите. Пытался забрать Джеймикса, а вот Форест не пытался. Он просто взял и забрал. С Дигла дальнее расстояние не помеха. Не боюсь я тебя. Джеймикс, говорит Форест, и со второй пули с Дигла моментально сбривает француза. Ну вот теперь интересно, Гитрайт. На ошибке должен подловить СФ, да, забирает. 2 в 2, бомба у шведов. И что же теперь будут делать? Форест. Ну, вы все прекрасно видели. Гитрай забирает Хартса, Форест минус Кьяшима в пристройке. 12-5, NIP берут эко-раунд. Оставшись вдвоем против четверых. Вот так. Изи каточка. Два минуса от Фореста, два минуса от Гетрайта. И эко-раунд отдает команда Клан Мистик. Ну, я думаю, дальше вопросов быть не должно. Здесь уже все, в принципе, становится понятным. Вот так вот без боя отдались Мистики на эко-раунде оппонентов. И это говорит о том, что НИПы, скорее всего, без проблем должны заполучить победу в этом матче. Фифларен на рампах законтролил поджима GMX. Непонятно, почему GMX поджимал сам. Кенниса тем временем пытаются выкурить на улице, но Кеннис до последнего стоит и говорит: «Не, братва, заходите в гости, я к вам не пойду». Тем временем его всю команду уже начинают жестко напрягать, но Кеннис до последнего остается верен своей позиции. И вот только Форест может расправиться с засадой от Кенниса, забирает. Проблем француза. Живых остается. Ой-ой-ой. А вот и проблема Кикиашима. Второй минус в этом раунде. Третий минус. Будет ли четвертый? Нет. Фифларен забирает Кикиашиму. Ну и Форест ставит точку в этом раунде. 13-5. Три раунда остается взять НИПам для оформления победы в этом матче. Кстати, это будет 11-я победа для НИПов в рамках 9-го сезона Star серии. Так, ну что же, полуволевая закупочка у Мистиков. Три кольта, два фамоса. Практически у всей команды отсутствуют арморы. Ну, на самом деле, два легких армора у Кенниса и GMX, Кьяшима и Харт с тяжелыми. А вот SF остался вообще без армора. Но это не помешало ему сделать опенфраг. На рампах забирает Фифларена. Есть первый минус от команды Клан Мистик в своем волевом бае. Что будет дальше? Что же будет дальше? Форест заметил Кенниса, но забрать француза не сумел. Так, по карте. Давайте посмотрим. Да, шведы по улице. Массово будут продвигаться. Гетрайт получает в голову, но сбривает Кенниса пулей в ответ. Так, что там задумал Фрайберг? Продвигается в окна. И довольно-таки неплохая позиция у GMX-а. Говорит привет Фрайбергу. Тем временем Гзи забирает СФа. И что? Что у нас происходит? Это было на рампах. Форест возле длинного Гитрая также. Это будет выход в нижний плент. GMX тем временем минус Гзи. Форест не может выкурить так просто. Харс. Круто мансует, но Форест, граната под ноги и 2 в 2 ситуация. Гетрайт спокойно ставит бомбу. Кьяшима и GMX. Позиции просто провал, но Кьяшима забирает Фореста после падения с трубы. И граната под ноги Гетрайт, ну, практически залетела. Гетрайт отмансовал. Один против двоих. 1-1 против Кьяшимы. Два красных игрока и кто кого. Ну, конечно же, Гитрайт выигрывает эту дуэль. Третий минус в раунде. 14-й раунд для команды НИП. Клан Мистик остаются без денег. Вынуждены сливать и отдавать тем самым ничью НИПам без борьбы. И уже только будут пытаться парни отыгрывать матч-поинты.
Так, а я посмотрю, что же у нас там дальше. Кто у нас играет дальше? Ну, если не ошибаюсь, это команда Online Bots против HellRaisers. Не знаю, смогут ли устроить взбучку HellRaisers Online Bots, но что-то мне подсказывает, что там все будет тоже без шансов. 15-5, 10 матч-поинтов у NIP в этом матче. И парни готовы реализовать... Первый же. Ну вот посмотрим, дадут ли это сделать французы. У Кенниса появляется снайперская винтовка. Автодиректор просто моментально прыгает на него. Ну и я сам хотел на самом деле. Ну и давайте посмотрим, что же придумает Кеннис в этом раунде. Однозначно пойдет на улицу. А, куда пойдет команда NIP, вот это вопрос. Только Форест отправляется на улочку. Итак, Кеннис. Кеннис. Ну, пропустил. За красный. SF минус Фифуарен, Фрайберг забирает JMX, Фрайберг в одиночку зачистил рампы. Харс справляется, 3 в 3. Ладно, устал смотреть за Кеннисом, ничего интересного у него не происходит. Кеннис вот только выключил, сразу забрал Гзиста. Ну что за несправедливость. В итоге, Форест и Гитрайт, основная ударная сила команды НИП, постарается реализовать первый матч-поинт, оставшись вдвоем против троих. Итак, Форест, перестрелка с Харсом. Ну вот, должен был Харс давать информацию, что здесь... Два игрока, Кеннис с ВП. Есть первый промах. Так, ну вот вроде бы Харс прочекали. И Форс в прыжке забирает капитана команды Клан Мистик. 2 в 2 шведы в очередной раз занимают нижний плент. Кеннис с ВП не попадает. А нет, попадает по Гитрайту. 5% здоровья остается у Гетрыча. Это попадение в ногу. Форест 1 против 2. И Кьяшима отыгрывает первый матч-поинт. 15-6. Еще 9 в распоряжении шведских нипов. И есть вроде бы... Да, есть бай. Гитрайт дает дроп. Какой может это Галил. Доверяет он, конечно же, Фрайбергу этот девайс. Ну и Форест с ВП. Это интересно. Это всегда интересно. Так, что же придумает Форест? На подсадку. С первой же попытки запрыгивает Форест. Знает, что Кеннис в ангаре. И теперь надо его просто дождаться. Ой-ой-ой. А Кеннис-то еще и попроворнее был. Попадает по Форесту. Каким-то чудо-прострелом забирает всего лишь 32% здоровья. Ну и что же? Кеннис идет на рожон. Понимает, что швед. Ого-гошеньки. Баскетбольная залетает Форесту прямо под нос. Кеннис четко прочитал сложившуюся ситуацию. У Фореста не было армора. И этим воспользовался игрок команды Клан Мистик. Фрайберг есть. Первый минус на верхней пункте. Кеннис отвечает двумя минусами с ВП. В итоге 2 в 3. Фифуарен и Гетрайт против... Джеймикса, Кеннис и СФ. А есть еще красный СФ, но Кеннис с ВП сегодня очень хорош. Ах, хорошо. Упал, разбился. 23% здоровья у... Ой-ой-ой. Кто творит Фифуарен? Ставит бомбу на верхнем пункте. 1-1 против СФ. А кто кого? Красный СФ или Фифуарен? Фифуарен перезаряжается. Спокойно, вообще не напрягаясь, и выигрывает эту дуэль у своего французского оппонента. 16-6. Очередной разгром в сегодняшнем игровом дне. Ну, а мы уходим на рекламную паузу. Друзья, далеко не разбегайтесь. Следующий матч HellRaisers против Online Bots. Raise your hands up.